Всем-всем огромный привет! Хочу поделиться своей радостью. Сегодня нам пришла посылка от Лерочки. Лера живет в Израиле. Посылка замечательная, очень классная. В ней столько всего интересного. Тут и декоративка, и уходовые средства, и Максимки подарки, и сувенирчики. Поэтому всем, кому интересно, что же прислала нам Лерочка, оставайтесь, пожалуйста, со мной. Снимать сегодня буду посылку за кадром, потому что, девчонки, мальчишки, честно, хотелось открыть одна, чтобы была с Максимкой, с семьей, хотелось каждое средство рассмотреть, хотелось каждое порадоваться, покрутить, повертеть, понюхать, посвотчить, а потом только переходить к следующему. Очень хотелось растянуть посылку надолго, чтобы вынимать медленно, и все что-то там внутри еще оставалось. Когда снимаешь на камеру, это упускаешь. Получается, как бы ты на виду, тебя смотрят тысячи, и нужно показывать следующее средство и не затягивать время. И не успеваешь эмоции, вот, ну, насладиться этими эмоциями и радостью. То есть потом уже сидишь, перебираешь, а тут мне хотелось именно вот каждое средство открыть и посмотреть. Посылка оказалась долгожданной. Почему? Потому что она потерялась. Она потерялась 2 недели, мы уже думали, что не найдется. Но получилось так, что потрясли почту и смогли найти посылку. Нам ее вернули, поэтому она теперь с нами. Давайте я вас не буду больше томить, а покажу, что же прислала мне и Максимке Лерочка. У Леры есть канал, он называется Forever Addict. Надеюсь, я правильно произнесла его. Ссылку, конечно, я оставлю в конце ролика. Еще раз напомню, ссылка будет под роликом. Замечательный канал. Лера сама очень любит косметику. И постоянно показывает и косметички месяц. Она любит декоративную косметику. Это особая интересная тема для многих. Ну, давайте я все-таки к посылке, потому что тут немало средств, а мне очень хочется ими поделиться. Начну со своего одного из любимых. Это крем для тела. Боди-крем. Входит аромат ванили, да, как я понимаю, ваниль. Вот тут пинг, что-то розовое. Но я плохой переводчик. Аромат идет, во-первых, смотрите, какая класснючая крышка. Аромат идет даже через зафольгированную упаковку. Нежный-нежный, приятный. Знаете, какая-то ваниль цветочная. Очень приятный аромат. Вот такая вот красивая баночка. Эта баночка красивая пришла не одна. Тоже с очень интересной какой-то гравировкой. Вот такой боди-скраб. Тут черри, да? Ну, читать я не буду, потому что кто знает английский, прочитают и без меня хорошо, я такой читер. Видно, что там есть жидкость. Я думаю, что это либо сахарный, либо солевой скраб. Так, как вам показать? Вот здесь, наверное, написано. Об этом я сама узнаю либо из комментариев, либо когда буду пользоваться. Это, я так думаю, масло, масляная основа. Скраб нужно будет перемешать, когда я открою вот эту пленочку. Пахнет он приятно. Я очень люблю такие средства. У меня однажды был скраб. Я сейчас покажу следующее средство и расскажу, какой скраб у меня был. Ну, шикарно. Вместе, как набор, посмотрите, как классно смотрится. Я снимаю второй раз. Первый раз у меня не получилось снять, потому что эмоции так шкалили, что я не смогла просто доснять ролик. Просто остановила его, пошла еще на 3 часа отдыхать, успокаиваться. Еще один скраб был. Вот такой красивый ароматик. Ароматический, действительно, с ароматом киви. Это уже солевой. Тут я без проблем прочитала, потому что об этом лично для меня, я так думаю, написали, что это масляно-солевой скраб для тела киви.
Когда-то мне Катюшка Путякова присылала подобное средство. Ей кто-то привез из Израиля. И Катя поделилась со мной. Поэтому вот подобным средством, с подобным я знакома. Мне он тогда очень-очень понравился. Чем понравился? Во-первых, там масляная основа. Кто не любит, когда вот вы смываете скраб и остается кожа, вы знаете, вот она прям как, ну, как после масла, с капельками прямо даже стекает вода и кажется кожа масляной. Но когда тело высыхает, это настолько нежная кожа получается. Прямо супер, никакого боди не надо. Этот скраб, так как солевой, он будет такой конкретный. Опять же, у кого чувствительная кожа не подойдет, я такие вещи обожаю. Для меня это очень шикарное антицеллюлитное средство. Ну и плюс, действительно, арома удовольствия. Лерочка, спасибо тебе громадное, громадное, потому что я сегодня на таком позитиве. Во-первых, когда нашлась посылка, просто зашкалили эмоции, что наконец-то она нашлась, потому что я так расстроилась, мне так было жалко и Леру, и ее усилия, которые она приложила. Ну вот теперь все замечательно, и радости больше аж втройне, наверное, от того, что все теперь на месте, все дома. Следующее средство, вот такое симпатичное. Тоже я сначала вертела, крутила, пыталась прочитать, но тут-то я смогла понять, что здесь масло этих, где вот, оливковое масло и мед. А какой крем, вот это слово я не знала. Но потом опять же гляжу для России, все написали, что тут питательный, увлажняющий. И это универсальный крем. Универсально это здорово, можно и на тело, и на руки, и на ноги. На тело я его буду, наверное, жалеть, а вот ручки-ножки я бы таким с удовольствием попользовалась, особенно ручки. Все зафольгировано, через фольгу не пахнет, но я думаю, аромат будет классный, в нем 100 миллилитров, поэтому на тело, конечно же, жалко. Так, стой. Следующий тоже крем. Этот крем для рук. Вообще, когда из другой страны или вот как-то малознакомая фирма бывает, новая какая-то, даже пускай Россия, а когда что-то новинка, настолько приятно держать в руках вот эти упаковки, какие-то неизведанные, интересные. Прямо вообще для бьюти-фаната это особое наслаждение, особое удовольствие. Тут крем для рук. В нем 30, да, миллилитров. Так, аромат я, наверное, не скажу. Но кто знает, с каким тут маслом, кто знает английский, все это могут прочитать. Но мне уже все нравится. У меня такая скатерть, что из-за орнамента может шлепнуться. Да, вот это я и имела в виду. Но ничего, мы сейчас ситуацию выровняем. Вот так поставим. Только вот так. Следующее средство – это вот такой дезодорант. Мне очень понравился аромат. Тут так вот, да, написано. Я уже все открыла еще в первом ролике, когда вам пыталась снять. У меня ничего не получилось. Ой, такой вкусный аромат. Я слышу аромат цветов. Аква не знаю. Аромат цветов очень приятный. Обещает защиту 24 часа. Я люблю такие вот стики на лето. Для меня, ну, мне кажется, они хорошо работают. Единственное, у кого сильное потоотделение, мокнут подмышки, может быть, нельзя, если вдруг закупоривает поры. Но посмотрим. В любом случае, довольная, как слон. Следующее средство меня просто так порадовало. Смотрите, что ко мне пришло. Это 350 грамм. Во-первых, это вот мало, а какая тяжелая штука. 350 грамм – это много. И давайте я вам покажу, что это. Это минеральная грязь с Мертвого моря. Я вот так вот частично, конечно, вам покажу. Если интересно, кто-то может почитать, посмотреть. 20 минут ее
нужно держать на теле. И очень хорошее обещание. Я думаю, с огромнейшим удовольствием я в этой грязючке покупаюсь. Буду сидеть честно, ответственно все 20 минут. Огромнейшее тебе, Лер, спасибо. Ну, настолько приятные подарки. Я прям все улыбаюсь и сама себе завидую. Дальше. Моя мыльная душа так радовалась следующим двум подаркам. Это два мыла. Первое мыло спа, минеральное мыло. Вот здесь вот написано. В нем 115 грамм. Вот такое. С девушкой. А, тут слюда и вот эти вот штуки, прилепленные на слюды. Хотелось бы, конечно, оторвать, чтобы была девушка. Но ладно. Вроде пока так. С девушкой буду смотреть. Но я потом слюду уберу, и будет девушка без ценника. И второе мыло, это еще круче. Мыло туалетное твердое с грязью Мертвого моря. Вот такая вот девушка. Тут прям даже зеркальная картинка. Лера, ну ты учла все. И для тела я люблю, и скраб я люблю, и мыло. И декоративка. Все такое классное. Спасибо тебе, моя хорошая. Огромнейшее. Следующее средство, это вообще бьюти-удовольствие. Это для девочек. В такой упаковке я уже вынула, чтобы пошуршать поменьше. Вот такие милейшие губки. Это пилочка. Пилка для ногтей, в которой... Вот так спрятаны щипчики. Представляете, мимишество какое девчачье. Вот так вот смотрится. С этой стороны она такая более грубая. Здесь ну, помягче зернистость. Тут больше подходит она для натуральных ногтей. Вот это для вот нарощенных. Ну а здесь шлифовка. Вот такой вот класснючий наборчик. Ну, реально красота. Такое удовольствие, смотрите. Вот такие вот губки. Так, это давайте я пока уберу. Наверное, мы сейчас с вами перейдем к декоративке. Ну, сейчас еще одно покажу. А нет, не покажу. Мы с Максимкой покажем. У меня Максимка ждет, когда мы с ним будем показывать уже его половину. Но сейчас пока еще декоративку я вам покажу. Начну с лака. От Jade. Вот такой красивый, девчонки, лак. Оттенок 479. Вот здесь написано. Мне очень понравилась кисточка. Я такие просто обожаю. Так она плоская, а так вот такая лопаточка. Очень хорошо она рисует. Лак ложится в один слой. Прямо очень хорошо. Сейчас я вам покажу. Я подготовилась теперь. Вот он. В один слой ложится вот так. Ни полос, ничего. Вот прямо идеально ложится в один слой. Ничего дополнительного не надо. Классный. Так понравился. Замечательный вообще лак от Jade. От Jade. Вот в такой красивенной коробочке. Она зеркалит вся. В оттенке номер... Я давайте вы мне поверите. 40. А вот я название не прочитаю. Но я думаю, если... Не знаю, вам видно или нет название. Но зеркалит. По цвету похоже на фаберликовские вот такие вот зеркальные серенькие были тени. Вот такая красивая палетка. Я сейчас, давайте вот так зеркало закрою. Спонж вынем. Вот эту пленочку тоже вынем. Такая интересная тоже, даже спонж прячется туда. Вот такие тени. Три оттенка идут. Матовых и один прямо сатиновый, красивый еще и такой в
красивом оформлении. Давайте посмотрим сводчи. Сейчас я наберу, начну вот с этого красивого. Ну, бесподобно, конечно. Вот этот светлый и вот этот с розовинкой, они хороши для заполнения века. Ну, а этот просто шикарен. Мне показалось, что оттенки вообще не сыпятся. Смотрится бесподобно. То есть вот эти два светлых, конечно, они заполняют просто, выравнивают само веко. Ну а потом вот такой красивый, это какой-то коричневый, уходящий в сливу. Плюс вот с таким он будет очень красиво сочетаться. Ну, красивый, конечно. Он хоть и матовый, но у него есть какой-то вот небольшой, да, видно, наверное, и вам на камеру, мне кажется, свечение. Смотрите, вот прям только касаешься, переносится вообще, ну, вот исключительно. Замечательные оттенки. Я прямо в восторге. Так мне понравились. Спасибо, Лерочка, огромнейшее. И у меня таких цветов, кстати, нет. Сейчас я вам все тени, которые буду показывать. Лера, она хорошо смотрела мои коллекции теней. У меня таких нет оттенков. По крайней мере, вот если даже вот эти три можно похожие найти, вот этот цвет для меня прямо новинка. Очень красивый. Так, дальше. Следующие тоже тени, уже от другой компании, фирмы Beauty Care получается. Номер, вот здесь написано 07. Вот таких оттенков у меня нет 100%. Так, как вам показать? Давайте вот так. Зеркалит, конечно, камера. Я вам, давайте сразу на сводчи перейду. Очень красиво оформлены тени. Вот так они смотрятся. Сейчас это поставим сюда. Так, один, второй и третий. Смотрите, какие красивые. Вот этот светлый под бровь. Такое сияние дает. И вот эти два. Они какие-то голубо-бирюзово-зеленые. Вот прямо такой красивый оттенок. Вообще у меня таких не было. Передаются они хорошо, переносятся. Не вульгарный цвет. Он не ярко выраженный. Так что, знаете, как бывает, что прям синий, некрасивый. Тут вот именно что очень красивые цвета-то. Нежные, летние и достаточно насыщенные. То есть их видно. Ой, как мне нравится. Прям очень нравится. Вот такие вот. Видно, тут есть шиммер небольшой. Во всех трех. Очень красивая палетка. Ну, следующую покажу. Вот над ней я пищала долго. Тоже компания вот эта Beauty Care. Это коробочка. Оттенок. Так, кто-нибудь видит оттенок? Наверное, сбоку где-нибудь написан. А, 10-й. Да, вот, наверное, вот тут вот оттенок. Двигайся. Это одно. А, вот оттенок нашли. 25-й оттенок. Вот так он называется. Это такой красивый цвет. Вы только посмотрите. Это самый настоящий хамелеон. Это цвет бомба. Я его даже закрывать не буду. Это фантастика. Вы только посмотрите. Вот я буду медленно вращать руку. И вы посмотрите, как играет цвет. И как он уходит в разные оттенки.
Он и зеленый, он какой-то изумрудный. У него даже цвет какого-то темного неба может быть, вот под каким-то углом. Смотрите, в серый куда-то уходит. Прямо бесподобный. Вот эта зелень, она какая-то прямо. Ой, я не могу. Вот такой цвет, вот он прямо яркий. Я его буду спонжем наносить как стрелочку. Легкую стрелку, прям как дымку вокруг по ресничному краю. Вы знаете, какой будет взгляд? Обалденный. Если кто-то думает, что вот так на все веко нанесла и пошла, нет, мне так не пойдет. Но вот эту вот легкую стрелку, прямо вот под ресницами, такая зелень будет. Будут глаза просто вот изумрудными выглядеть. Ой, я не могу, я так бы и сидела и смотрела. Так, кто-то у нас вот спонж потерял. Бесподобный. Лера, это вот просто тени-бомба. Я не знаю, я в таком восторге. Я говорю, я сама себе сегодня завидую, сижу. Потому что это очень красиво. Ну, я не видела таких цветов. Следующее средство. Перейдем к следующему. А то ведь я так и буду в восторге сидеть. Не буду называть название, потому что я опять же перевру. Вот так называются тени. Давайте посмотрим, какие тут оттенки. 20, 244, судя по всему. Вот такой красивый оттенок. Вот он такой. Им хорошо очень под бровь. Он может идти как хайлайтер тоже. Если прямо вот я сейчас немножко, видите уже, если наносишь немножко, он уже дает вот приятное свечение. И также им можно растушевывать любые тени, однушки, которые у меня есть. Очень красивый оттенок. Я сегодня прямо все на него любовалась. Тени вот очень красивые. Напишите, какие вам понравились больше, потому что прямо вау, какие интересные. Тушь. Вот такая тушь приехала, но я не буду ее, девчонки, открывать, потому что открытые есть. Я туши берегу, когда время придет, открою, обязательно покажу. Black, номер один Black. Вот тут видно, что обещает эта тушь. Ну, не буду я тут уже близко показывать. Вот. Щеточка не нарисована. Лайнер, подводка. Вот такая тоже фирма. Как и кругленькие тени. В оттенке в черном. Так мне понравился вот этот наконечник красивый. Кисточка. Очень красиво. И я уже пробовала сводч, когда высыхает, она остается блестящей и высыхает, не пачкается. То есть хорошо держится. Можно будет трогать, и она останется вот как есть. Ну, единственное, я жирновато нанесла. Она не растекается, ничего. Прямо вот как нанесешь, так и держится. Вообще очень хорошая подводка, лайнер очень красивый. Ой, дальше это блеск. То, что я люблю. Помада, блеск, это, ой, красота. Давайте смотреть оттенок. 555. Такое название имеет. И вот такой красивый цвет. Это тоже от Jade. Да, вот здесь написано. Давайте смотреть. Вот такой очень симпатичный и удобный спонж. Прямо в одно касание легко наносится, сразу ровно и красиво. Такой цвет красивый. Я его сегодня носила. Он совсем не липкий, ложится как глянцевая помада и очень ровно. То есть блески обычно не знаешь, как размазать. Тут, ну, вы видели, в одно касание я провела.
И сразу сводч лег. И вот на губы она также ложится прямо вот идеально. Цвет бесподобный. Как девчонки говорят, мои губы только лучше. Это вот действительно так. И помада. Тоже помада от Jade. В оттенке 160. Такое название. Тоже ее сегодня носила, но уже вечером. Так она выглядит. Красивенный цвет. С цветом угадала Лерочка. Очень мне он понравился. И мне понравился, как она себя ведет на губах. Так, давайте я, наверное, уже где-нибудь вот здесь. Тоже вот прям буквально в одно касание наносится оттенок. Я сначала подумала, что она матовая. Но нет, у нее есть глянцевый блеск. То, что я люблю. Вот этот вот свечение, блеск. И при этом никакого шиммера, никакого сатина, ничего нет. Вот этот красивенный блеск. Красивый цвет. Ой, я такая радостная. Прямо очень радостная. Ну что ж, дальше, наверное, я уже покажу еще украшения, и потом позовем Максимку, будем уже вместе с ним все показывать дальше. От украшения прямо пахнуло Израилем. Вы посмотрите, какая красота летняя. Эти серьги приехали вместе с подвеской. Я так понимаю, это ручная работа. Единственное, что я их когда крутила-вертела, для меня это слишком длинные. Поэтому я их переделаю. У меня есть швензы, у меня есть вся вот эта вот фурнитура. Я сделаю вот такие сережки первые. А вторые сделаю на другие швензы. Вот это колечко будет первое, а бусинка будет внизу висеть. Вот, то есть швенза будет вот сюда. И у меня получится вот так серьга. Только вот так она будет смотреться. И вторая будет вот такая серьга. И тогда это будет вообще носибельно и красиво. Мне это будет смотреться очень красиво вместе с моей новой сумкой. Так, наверное, я не знаю, как положить. Вот, положу пока так, я просто не дотянусь по-другому. И вместе с этими серьгами вот такое украшение. Это ручная работа, я так понимаю, все с шариками. Вот такая вот цепочка. Смотрите. Я улыбаюсь, как кот мартовский. Или этот чеширский. И вот такие бусины. Это, по-моему, дерево. И такие прям приятные-приятные. Но это вот прямо чисто лето. Чисто лето, пляж, сарафан. Красота. Прям другой страной. Веет от такой красоты. Так, все пришло вот в таких упаковочках из органзы, в красивых пакетиках. Я уже просто все повынимала заранее. И сейчас, наверное, Максимка, подходи к нам, помогать будешь. Сейчас я немножко вот здесь подвину. И покажем мы вам следующий. Всем привет. Да, Максимка пришел, и будем мы сейчас дальше с ним вместе продолжать. Ну что это, Максим? Это такое вот полотенчико смешное. Да, вот такое вот прикольное пироженка полотенчика. Что там с вишенкой, да? Угу. Вот даже, с такой вишенкой. Даже салфеточка такая. Да, даже салфеточка. Кто прислал? Лера. Лера. Лер. Он имя забыл. Валерия. Вот так ее зовут, нашу Лерочку. Вот такая красота. Ну, показывай дальше. Вот такие вот ластики. Ластики. Наши любимые ластики. Наша коллекция пополняется. Тут что у нас входит? Горох. Морковка. Морковка. Кукуруза. И тыква. И тыквочка там.
Мне очень нравится, когда в таких вот интересных мешочках. Прям вау. Ну, что дальше было у тебя? Еще вот такие вот ластики. Да. И здесь написано «Возвращение в школу». А еще я заметила, что они одеваются на карандаш. Понятно. Карандаши. Неудивительно, почему он называется «Возвращение в школу». Это на карандаши одевается. Да, это ластик, который одевается на карандаши. Огромное спасибо, это так интересно. Очень интересные вот такие вот красивые, ну прямо супер. Кексики, конфетки, все как Макс, ты любишь. Нашей сладкоежки-то. А то я ему конфеты не даю настоящие, он будет вот так отрываться. Так, подожди, я немножко сейчас опущу камеру, скрепим чуть-чуть. Ну давай, показывай следующее. Вот такие два брелочка, милых. Точно, на кого они похожи? А нас с тобой. На нас. Вот я сегодня вот такая весь день хожу. То такая, то такая. Мы с Максом их честно поделили. Они еще такие прямо милые-милые, плюшевые. Ага, мягкие такие, классные. Трогать приятно. На Алиэкспресс есть такие большие подушки. Подушки, а у нас брелочки вот такие вот. Даже фирмы висят. Ну, Максим, как мы с тобой их поделили? Ну, это твоя, это моя. Вот так мы разделили. Очень красивенькие такие мимишества. Ну, давай как брошки. Вот такие вот брошки. Они цепляются. Да, мы все думали, значок это называется или брошка. Ну, давай откроем, покажем, ладно? Как раз мы не открывали. Мы еще не открывали, мы на них только смотрели. Смотрите, как здорово. Они как светоотражатели, наверное. Да, они прямо оригинальные очень. И вот там видно, да? Ну, булавки. Это скорее, наверное, булавка называется. Такие прикольные, мне так нравятся. Ага. Летом на футболках они будут смотреться очень интересно. Летом у меня будет вот такая вот висеть, под ней вот ананас. Ага. А это отдельно пальмочка. Ой, такая красотень. Прямо очень. И все такое необычное. Ну и? Магнитики. Магниты, вы только посмотрите. А здесь прямо будто, если оглядываться, там внутри что-то есть, там можно засунуть палец будто. Да-да-да, 3D. Да? Ты двигаешься. Написано, что это Иерусалим. За магниты отдельное, Лер, спасибо. Мы их любим. Ну, показывай. Вот такие магниты-дельфины. Вот такая красота. Они прямо аж зеркалят. Такие красивые, глянцевые. Ну, прочитай. Здесь написано Эйлат. И здесь тоже. Лер, скажи, правильно Максим прочитал? Какая красота, правда? Очень красиво. Так, еще мы вот это не показали. Посмотрите, какой еще был блокнотик. Он был в упаковочке. Мы уже все, конечно же, достали, повертели, покрутили. Здесь совушка и киска. Такое мимишество. Да. Кто ты, кто я? Ну, ты котенок, это уж понятно. А тут по габаритам видно, что это я. Почему? Ой, смотрите, даже здесь такое прямо красиво. Так все мило. Ага. Это будто ткань. Да, как ткань. Смотрится прям очень красиво, как материал. Ой, я не могу. Да что же мне нравится. Ну, это я уже подуспокоилась. Ну и... Доставай. Вкусненькая. Вкусненькая. Ну, показывай. Вот такая вкуснятина. Давай показывать. Это похоже на фирму Милки. По коробке. Так, где тут? Тут так написано, что для нас-то и непонятно, где право, где лево, где вверх, где низ. Мне кажется, кверх ногами надпись. Нет, просто израильский язык. Вот так вот. Куда складывать нам сладости-то? Вот сюда. Давай вот это вот так, а это вот здесь будем складывать. Так, следующая наша Милка вот такая. С печеньем. Видимо, с печеньем. Первая была с чем? С какими-то этими, с шариками. С воздушным рисом. Да, скорее всего. А здесь печенька и молочный шоколад. Вот Макс переводчик, он уже израильский выучил по картинкам. Ну, Макс? Печенька и молочный шоколад, черный. Чего-то у тебя больно в печеньях. Ну и...
О, зефир и печенье. Что и шоколад. Смотрите, прямо диско. Это диско-шоколад. Это суперская будто. Вообще. Красотень. Причем, смотрите, даже эти милки-то, коровы-то, вот они на этом выбиты, на самом шоколаде. Вау, здесь самое большое наполнение. Точно. Даже так и блестит. Вот такая шикарная была посылка. Наша драгоценная потеряшка не потерялась. Чему мы дико рады, потому что я очень переживала. Мне так не хотелось, чтобы она потерялась. Я ее очень ждала. Лерочка, огромное-огромное тебе спасибо. Шикарные подарки, да так много, и такое все классное. Ничего в запас не положу, всем буду пользоваться сразу, ну, декоративкой. Уходовые средства-то я, конечно, попрячу на какое-то время, я их еще поберегу чуть-чуть, а потом буду обязательно пользоваться. Декоративка сейчас сразу идет. О! А мы не все показали. Кто обрадовался? Еще же были открытки. Причем, знаете, Лера с другой стороны все их подписала. Все до одной подписала. Это места Израиля. Ну, да, Израиля, все правильно. Я сама-то читаю, а вам не показываю. Вот такая красота. Это вход, видимо, да, в Израиль. Смайлики еще здесь. Она... Да? Ой. Ой, Макс у меня отнял открыточку. Она на каждой наклеечке клеит смайлики. Да, вон там еще улыбашки. Так она их клеит. Да. Вот такая красивая открытка. Какая красивая. Все доехало в целости и сохранности. Все доехало прекрасно. Лера, ты так хорошо упаковала, что ни одни тени не пострадали. Так, вон, видите, каждая подписана, на каждой улыбашка. И вот такая вот красота. Вот это давайте я вам тоже покажу. Пусть 2017 год запомнится путешествиями и открытиями. Вы знаете, на самом деле у меня сейчас чувство, что я была в Израиле. Потому что так из посылки пахнуло, если можно так сказать, израильским духом. Потому что, когда я ее открыла, очень хорошо чувствовался аромат мыла. И вообще вот сами бусы, знаете, открытки. Все было такое какое-то, эти магниты. Ну, какое-то вот приятное, такое другое, интересное. Ну, понравилось. На самом деле понравилось ощущение, что правда съездила так далеко в гости и побывала в таких замечательных гостях. Потому что другие страны, они все равно приманивают. Вот даже просто смотришь, когда ролик кто-то пишет, там, посылка из Америки, посылка там из Израиля, да, и хочется зайти не потому, что посмотреть, что ж тебе там такого прислали, наверное, крутого. Нет, хочется вот дух другой страны почувствовать. Ну, наверное, вы меня поняли, что я имею в виду. То есть не корысть какая-то, что другая страна, а вот именно, что что-то будет такое, чего здесь нет. А хочется же все равно пробовать что-то новое и интересное. Обязательно вам дам ссылку на канал Леры, потому что она сама очень любит косметику. У нее очень интересный канал. Кстати, о ее канале я узнала совсем недавно. Если честно, я не знала. Я не знала, что Лера и живет в Израиле. Это уже после того, как она мне выслала посылку, я узнала. Поэтому... И, кстати, Лера показывает кусочки жизни именно ее страны. Поэтому очень интересно. Также она путешествует в других странах. И я очень надеюсь, что Лера нам будет показывать и кадры из этих путешествий. Потому что это очень интересно. У некоторых только такая есть возможность гулять и кататься по другим странам. Ну что ж, а мы с вами прощаемся. Знакомьтесь с Лерочкой, переходите на ее канал, у нее вам тоже понравится. Лер, спасибище тебе огромное, преогромное. Ну, правда, радость была сегодня неимоверная. Редко я так вот отдышаться мне надо от посылки, чтобы от эмоций, чтобы потом спокойно снять. Всем спасибо огромнейшее за внимание, за просмотр, что вы были вместе с нами.
Всем до новых встреч и всем пока! Всем пока!